Здорово, ребята, очередной выпуск, на этот раз на одну игру больше. 8 игр я собрал, смотрите, Noob 2, суши будем делать во второй игре, в третьей у нас Red Bull, будем там убегать от всех, Dark Riddle пойдем, это как привет сосед игра, потом FNAF 6, потом у нас Little Pony. Седьмая игра необычная, это покемоны, я решил что-то добавить их, давно не играл. И последняя игра Hot Wheels. Ну, кто знает Hot Wheels, что это такое, я думаю, вы знаете, что о чем игра Hot Wheels, не буду там ничего рассказывать. Так, значит, Noob против Pro 2 называется первая игра. Новая игра или продолжить? Ну, новая, я не играл. Noob, Pro, Boot. Ну, давайте я за Нуба играем. Так. Давайте смотреть, здесь типа мультфильмы какие-то, наверное. А что мне делать? А, просто смотреть? Идея какая-то. Подкоп он делает, да? С тюрьмы весь бежать хочет. Так, он нуб, поэтому... А, вот, подождите, что это такое? За 20 купить топливо, канистру топлива. Так, купили, что дальше? Гоу написано. Ой, а мы можем играть? А это что такое? А, это ускорение. Что это вообще за игра? Так, улучшаем двигатель, снова играем. Так это что, я за нуба играю до сих пор? А если б я другого выбрал, чтобы было? А, у меня бензин заканчивается. Вот в чем фишка, прикиньте. Я перестаю ехать, потому что бензина нет внизу. Видите полоску? А я думаю, что происходит? А тут можно просто ехать, он катается. Крипер тут какой-то. Бомбу взорвал я. Еще один крипер. Просто едем, ничего делать не надо. Он сам поднимается наверх. Так, а это что такое? Уилсон. Ускорение, короче, улучшает. Ну, улучшает, давайте. Посмотрим, насколько я улучшил ускорение. Ничего делать не надо, прыгать там ничего. Просто чисто едем и все. Больше не надо ничего придумывать. Все отлично. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Так, 137 монет мы заработали. Что дальше? Еще сделаем двигатель получше. Поехали. Хочу максимально быстро ехать. Сверху мы видим, сколько до заправки осталось проехать. И в конце до дома нашего, до сохранения, наверное. Но довольно много, я даже до заправки не могу доехать. Мне еще надо апгрейдов 10, а может 20 сделать, чтобы дойти до туда. Быстрее, по крайней мере. Ну, такая вот игрулька. Так, а что можно, если играешь, новая игра, например, за Pro я играю? Что-то меняется вообще в игре? Я нажал Pro, сейчас загрузка, да? Нажал, ждем. Что-то ничего не нажимается-то. А, только за него, за нуба можно играть? Подождите. А боут? Да, только можно за двух. А, про тоже нельзя. Ну, за нуба только можно играть. Вот такая игрулька была. Дальше у нас суши вторая игра. Субуши. Сейчас будем готовить суши. Секундочку. Надо так сделать. Хорошо. Суши, суши, суши. О, красивая игра. Так, плей. Была первая часть, я играл, это уже вторая. Что будем делать? Нигири, Маки, Гонконг. Давайте нигири сделаем. Так, что нам надо? Вначале рыбу надо выловить. Ой, а что вылетела игра? Давайте еще разочек. Дадим игре второй шанс. Вроде игра неплохая, ну-ка. Но если будешь вылетать, все. Мы должны были рыбу ловить. И что-то нам помешало. Так, смотрим снова. Ничего не жму, просто руки вот так подыму, подожду. Наверх. Так, вылетает. Хорошо, есть вариант делать не эти суши, без рыбы. Вначале, может, без рыбы не надо ловить. Давайте, лайфхак. Победим мы эту игру или нет? Вот это берем. Гонконг. О, да, точно. Что это такое? Что делать? Не понял. Вот это что такое? А что делать-то, хоть мне скажите? Разработчики, дорогие мои. Что, я должен крутить как диджей тут? Вот музыку делать вот так или что? Я же должен готовить как-то. Так. Ничего не понимаю. Я, наверное, вообще не понимаю, какое управление тут. Давайте что-нибудь другое нажмем. Паста какая-то. И что? Не понял. Давай маки сделаем. Может быть, маки у меня получится сделать. Салмон. О, мы добавили. А сколько их надо добавлять? Давайте много, я хочу максимально крутые суши сделать. Чтобы все были довольны, все будут говорить, блин, сколько тут красной рыбы этой, сэлмона этого.
Я никогда так много рыбы в одной суше не ел. Вот так мне будут говорить и приходить снова и снова в наше заведение. А мы будем работать в минус, потому что столько рыбы реально нельзя разложить. Тогда получится, блюдо должно стоить в 1000 раз больше. Ого. Так вот что это такое? Ты типа крутишь и икру разбрасываешь. Ну это бред какой-то. Но игра выглядит именно так. Ну все, приготовили. Давайте, кто кушать будет? У нас тут обезьянка пришла. Ну давай, кушай. Горилла. Ну-ка, смотрим реакцию. Ему понравилось, зашло. Но игра кривая, к сожалению. Поэтому в нее что-то играть не хочется. Этот глюк вначале убил. Оценку ставлю 5 максимум этой игре. Так бы 7 поставил. Red Bull 4 далее у нас в программе, ребята. Прошу любить и жаловать. Red Bull. Ой, 4 я сказал. 6. Red Bull 6, ребят, сори. Неправильно сказал. Что-то, может, мне 4 хочется поиграть, поэтому я так говорю. Так, ну что ж, наш Red Bull-чик, вот он. Давайте. Стандартное управление. Это рекламу посмотреть и получить бонусы. Но у нас нет Wi-Fi, игра говорит. Включите Wi-Fi, тогда и получите свой дурацкий бонус. А мы будем походить по-честному, без всяких бонусов. Вот чекпоинта взял я. Давайте смотреть. Так, тут у нас монетки. По 50 монет в одну. Победили. Идем дальше. Dark Riddle. Ё-моё. Dark Riddle. Что делать с этой игрой? Dark Riddle. Wi-Fi вырубили. Все, можно играть. Запускаем. Тут, кстати, я запускал или первая, или вторая часть Хэллоуинские обновления. Во, вот в этой. Новые обновления вышли. У нас теперь сосед может быть выглядеть по-другому, в общем. Не знаю, насколько. Я не играю в эту игру. Даже не знаю, как он до этого выглядел. Нормальная сложность. Начинаем. Загрузочка. Нажмите, чтобы продолжить. Угу. Не забудь заглянуть в детективное меню и помочь своим соседям. Угу.
Питер подозревает, что сосед украл у него редкий саженец экзотического растения и забрал себе. Нужно помочь добродушному фермеру и вернуть его саженец. Найди, где сосед спрятал саженец. Ясно. Так, а здесь у нас какое задание? Проникни в комнату с мониторами. Ну, погнали проникать в комнату с мониторами. Как же туда проникнуть, во-первых? Там просто закрытое окно. И не пролезть туда, поэтому не знаю, что тут. Ну, тут должно быть какое-то решение. Ой, меня поймал сосед. А что, он на втором этаже был? Не понял я. Давайте еще раз попробуем. Может, по городу пройтись, что-то показать вам, потому что это задание, оно, наверное, невыполнимое для меня, так сказать. Если вы понимаете, о чем я говорю. Давайте посмотрим, что у нас, кто живет в городе. Тут пешеходный переход. Кстати, прикол. А, ну да, он так и видит. Я думаю, он повернут, думаю, он также должен видеть. А вот, например, водитель едет, да, вот я еду. Ну вот я еду, да, это светофор для меня, еду так, короче. Ну тут красный, я такой смотрю, красный, ладно, стал. А здесь, типа, еще не видно, только отсюда видно, видите, что пешеходный переход, что люди там ходят. Это очень важно видеть, что горит зеленый для пешеходов. Совсем по-другому все становится. Нет, главное не ошибаться, не давить никого, чтобы все было хорошо. Не давить никого, чтобы было все хорошо. Что? О чем я говорю? Питер. Ну что с Питером? Можете помочь им? Здорово, усы тебе хорошие. О, у него дом как у Дарк Ридла. Похоже. Так, а это что такое? Вот это ноу-хау, смотрите. Вау, это типа стиралка, внизу выезжает ящик. Я такого не видел никогда. То есть тут типа хранить можно что-то или что? Я не понимаю, что это такое. Это, мне кажется, как всяк разработчика такого не должно быть. Так, ну погнали хоть на второй этаж, посмотрим, какой тут вид у вас со второго этажа. Может еще и чердак можно посмотреть. О, здесь у нас рыбки живут, аквариум. Вот такой вид, мы видим сразу вот основной вход. О, что это, кактус можно взять? Или что? Что, кактус подсвечивается, не могу понять. Взять нельзя, но подсвечивается. Зачем его подсвечивать тогда? Найди сосед, спрятал саженец. Питер подозревает, что сосед украл. Так вот он, саженец, подождите. Я же его нашел, вот он. А почему его взять нельзя? Вот он, украденный саженец. Или это совсем другое? Тут оружие, короче, застряло, я смотрю. Тут, может быть, оружие как-то взять можно. Пока не знаю. Тут колбочка какая-нибудь, химию бы взять, вылить на это растение и посмотреть, что будет. Какие еще варианты, что тут можно сделать. Только тут варианты, тут все пусто, 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 непонятно. Ну ладно, вот такая вот игра Dark Riddle. А дальше у нас FNAF, шестая часть, будем развивать наш пиццерийный бизнес. Поехали. Нажми где хочешь, написано. Нажали где хочу. Продолжить игру, новую не начинаем. Продолжаем. Значит, у меня 30 монет всего осталось. В прошлый раз все закупил, и мне, наверное, надо просто пойти играть, наверное, да? Кстати, а где тут кнопка начать играть, не могу понять. Вот где начать играть? Тут у меня деньги и вещи, которые я могу взять, и что? А, вот все. Режим какой-то включил. О, 1000 монет дали мне, 1000 долларов. Какой-то бонус мне подкинули. Так, что у нас тут? Да ничего. Ничего, я думаю, надо играть. Сейчас вот начинается ночь, нам надо успеть все подготовить, что нас, о чем нас спросили. Задание, значит. Заказываем стаканчики пластиковые одноразовые. У нас тут вечеринка будет, пиццерия, все дела. Вот эта пицца с напитками сладкими, вредными. Order plates. Заказываем вот эти вот пластиковые тарелки. Сейчас мы их закажем. Рекламка вышла, мы ее пропускаем. Так, пластиковые тарелочки, пожалуйста. Ну, давай чуть-чуть еще. Order napkins. Салфеточки заказываем. Именно заказываем. Нам их подвезут, я так понимаю. Так, рекламу пропускаем. Угу.
все сделали. Order чего? Блин, снова реклама. Это потому что я Wi-Fi включил или что? Почему? Что тут за реклама бесконечно каждую секунду? Order unutensils. Unutensils? Что это такое непонятно? Что это? Ну, ничего страшного, я думаю. Никто из вас не побежит в туалет. Все нормально. My Little Pony. Идем дальше. Следующее. Маленькая пони. Тут у нас три игры есть для iPad. Первая игра — это стратегия, где строишь свою деревню пони. Ponyville называется, по-моему. It was an ordinary day in Ponyville. Вот эта игра, это здесь что надо? The birds were singing, здесь надо... And every pony was happy. Здесь надо бегать then, и спасать. Quite suddenly, часть sky darkened города, and was filled with the beating of wings. Changelings, led by the evil Queen Chrysalis, descended on the ponies of Ponyville, stealing everything in sight. Они, типа, and imprisoning ponies within наверное. Her sinister cocoons, she swept down on the castle нам, and, with the help of her minions, smashed an ancient and magical stained glass window, leaving the castle in disarray. But most terrible of all, she seized the elements of harmony and shattered them, casting вот. Pieces of them Каждый across кусок. All of Equestria. Now it's up to the main six потерян. To set things right. Надо Find what has been stolen, смотрите, repair the stained glass window, нет, это and restore the elements of harmony to their rightful place. Надо Every pony to я the я rescue! Harmony Quest, ну что ж. Вот, видите, кристаллы внизу, это сколько я их собрал. Везде так посередине уже почти. Так, теперь ponies. Выбираем пони. Поньки изначально только одна или две, бесплатная версия, потом на остальное можно открыть. Тут четыре пони надо выбрать на этот уровень. Каждый уровень тут по-разному. Это, наверное, долгий и длинный уровень здесь, поэтому столько пони можно взять. You can run all you want, changeling, but there's no escaping the power of ponies. Yes, one step closer. Whoa there! If something is broken, Rarity can put this mess back in its proper order. Все, готово. Сделали тележку себе. Будем быстрее догонять их. Ой, что-то я один раз нажал. Думаю, что-то они... Думал, загрузка какая-то, а тут надо тапать же все время. О, no. Oh, нет! Он украл у нас кристалл! Так, а что надо просто? Камнями уничтожить что-то. И понию спасли. Какая пони, не знаю, но за нее нельзя играть. Типа обычный житель деревни. А у нас поньки, они такие, типа, супер крутые, магические. А все остальные yes. жители, у них нет способностей таких. No time to waste. Так, выбираем поню, которая нам поможет. Тут надо в музыку, в такт нажимать на вот эти ноты. Ну, на самом деле, как угодно нажимать. Главное нажать, не профукать модель. Все, нажали, все хорошо. Берем! Так. More than one pony. Теперь что, oh, no. спрашивают у нас? Bug blockade. Так. Бум. 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 Та-дам! Awesome. Шикарно, говорят нам. Мы продолжаем догонять нашего врага. Как только догоняем, какой-то уровень Almost начинается there. Постоянно. Вот сейчас мы можем догнать? Конечно, можем. Ну тут просто скрипт и ничего не получится. Как задумано, так и будет. Так, что тут сломать? А, надо сюда, ко мне. А он жив еще, кстати. А нет, ну да, жив, но улетел. Топчем дальше. Rarity is a real gem. She can find all sorts of hidden stuff. Давай, давай, давай. Что мне делать? А, вот так? Что-то искать надо. Woo-hoo! Давай, 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 вперед. Все, наверное, сейчас мы его поймаем наконец-таки. Я чувствую Almost уже концовочка. There. Давай, 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 быстрее, поднажмите. Девочки, девчонки, Now давайте, подожмите. Нет, Let's еще. Что тут? Nice.
типа, раскол какой-то, кинули сено и пробежали. Блин, там можно было бежать без этого. Так, что дальше? Так, ну здорово, здорово. Догнали его. Все хорошо. Бам-бам-бам. Та-дам! Another stained glass piece is returned. It fits perfectly. Часть возвращена, нам говорят. Так скоро все и пройдет. A stolen piece of window has been по кусочкам spotted. Этим. Ладно, пони у нас прошли. Дальше у нас покемоны. Давайте смотреть. Покемоны, по-моему, интернет нужен. Я сразу его включу. Здесь, по-моему, рекламы нету никакой, но вот нужен интернет, чтобы, наверное, не взломать игру. Tencent сделал игру, ничего себе. Это же эти же ребята PUBG сделали. А, нет, полноценно, все, о чем я говорю. Это я по Free Fire думаю, блин, а вот Free Fire изначально делался на телефоны, да? Так, выбираем персонажа. Давайте девочка играет. Ну, очень красивая такая, няшная. Ой, какие глазки. Сейчас, какие мне больше глаза нравятся? Да даже не знаю, я так думаю просто. Это хитрая какая-то вот эта. А, ну вот такие оставим, стандартные. Причесон, что тут у нас? А поворачивать можно? Нет. Как я могу сзади увидеть прическу-то? О, вот это красивая. Так, ну что тут с причесоном? Потемнее, наверное. Вот такой уже. 5. И как мы выглядим? Ну давайте вот так будем выглядеть. Подтвердить? Да, подтвердить. Ну что, покемонов будем ловить? Персонажа создали, пора ловить. Буба 1337 создан. Хорошо. Добро пожаловать на наш остров. Остров, где живут покемоны и тренера, где все они тренируются и становятся сильнее. Собери свою всю полную коллекцию покемонов, звучит девиз этой игры. И не важно, что есть сегодня 300, завтра 400, а потом еще добавят сотку, будет 500. Все равно собери все. Catch them all. Pokemon, catch them all. Pokemon. Так, это у нас арена, мы будем тут сражаться. Давайте попрактикуемся. На, так. Слева у нас передвижение. Вот у нас Пикачу. Идите сюда, говорят. Так, продолжай двигаться вперед. Здесь у нас первая стычка. Ну давай, бам, бам. Хорошо, покемона ничего не прошло. Так, давайте еще. А чё он бежит? А, у меня нет места все равно что-то подобрать. Наверное. А может есть, не знаю. Так. Пропускаем эти текст ненужный. Может быть, русская есть версия, не знаю, там не смотрел, кстати. А тут нету. Я думал, это настройки игры. Ничего нету. Так, что-то надо подержать, как что-то произошло. Мы что-то сделали полезное, я так понимаю. Так, враги, чё, будем сражаться? Ну давайте. Она говорит, бери типа более мелких врагов с низким уровнем. Вот давайте, двоечка вот это. А, это компьютер. Давайте победим компьютер. Электробол еще какой-то показывает нам, можно возьмем. Ой, как легко, ой, как хорошо. Я сейчас буду седьмым уровнем, чувствую. Так, заработать 30 очков у нас. Задание, то есть надо, чтобы это сделать. Вот эти вот штуки. Это вот это надо собрать, да? Плюс 9. 13 из 30 у нас теперь. Сейчас я попробую этот скилл взять. И ничего нет. Так что делать? Искать эти очки? Ну, такая вот игрулька. Я думал, что это покемоны другие, где собираешь их. А тут что-то вообще какая-то, типа RPG, не знаю. Непонятно. Hot Wheels. Запускаем. Hot Wheels Unlimited. Это очень древняя игра, и многие ее любят. До сих пор. Но игру уже почти, ну, редко обновляют, потому что-то иногда какие-то глюки делают, но так, чтобы новых героев вроде не добавляют. Не видел, что так, рекламку пропускаем. Hot Wheels. Dude, I'm so glad you're here. Welcome to Hot Wheels Unlimited. Hot Wheels. You know what we're all about here. Awesome cars, crazy challenges, and building the coolest tracks around. Right? Right. So first up, you're gonna want to head over to Hot Wheels City, where there's a trunkload of challenges to test your skills. Win a challenge, get a wheel. Win enough of them, and bam, you've got a shiny new ride. All right, there's so many to collect, I just can't keep count.
So buckle up and start your engines. This is going to be one awesome ride. Говорят, пристегнитесь и запустите свой мотор. Man, do we have some exciting challenges for you today. Onwards to Hot Wheels. Поехали. Challenge accepted. Челлендж принят. Would you look at this mess? Так, что это? Что делать? Ого, трассу надо построить. Ой, как сложно. Как сложно. Так. Поворот. Можно приблизить немножечко. Вот так. Поворот. Что-то мне не засчиталось. Так, здесь, наверное, во, здесь надо такой поставить поворот. Сразу как две детали поставил. Ой, теперь проверяем, все ли хорошо, все ли в порядке с нашей трассой. Проверим, чтобы никто не пострадал. О, это у нас ускорение. А, это налево, это направо. Я думал, что это я нажимаю. Думаю, это машина едет, если же нужно стрелять. А, это право-лево. Отлично. Hot Wheels. Ну что, ребята, с этой подборки, чтобы вы поиграли, честно, мы сами это скачали и поиграли. Посмотрите, мне просто интересно. Вот сегодня, да, 8 игр. Ну, хоть одна вам же понравилась. Сейчас скажу, выйду в меню, да. Скажу, что мне понравилось. Ну, не в меню, а сейчас, подождите. Давайте еще проедем. А, я принял реклама. А, мне что понравилось? Ну, мне Red Bull 6 понравился. И, наверное, все. Слушай, глючная игра была. Первая игра непонятная. Dark Riddle, не очень люблю ее. FNAF не очень. Ну, то есть, да, даже вот... На втором месте, наверное, Hot Wheels Unlimited. Вот эта игра, которую я сейчас играл. На первом Red Bull. Это вот такой рейтинг у меня. На следующий, значит, выпуск 8 игр тоже прикольных подобрал. Нуб против Про, четвертая версия. Тут Red Bull-ка есть, Маша Медведь. Короче, вот эти все игры будут в следующем выпуске. Приходите, всех жду. Не стесняйтесь, подписывайтесь. И не забудьте полайкать этот ролик. Мне будет очень приятно. Все, всем пока. С вами был Андромалик. Не скучайте, скоро выйдет новый ролик. Заходите чаще на канал. Пока-пока.